Дмитрию Рукавишникову продлили срок нахождения в СИЗО до 6 февраля 2014 года. Решение принял Басманный суд Москвы накануне. Ивановец проходит по так называемому болотному делу. На время следственных мероприятий суд категорически не хочет изменять меру пресечения, даже несмотря на проблемы Дмитрия со здоровьем и недавно перенесенную операцию. Суду предлагали выпустить оппозиционера под подписку о невыезде, под залог или под поручительство. Были переданы, порядка 5 поручительств, в частности от Григория Чхартишвили, это Борис Акунин, писатель, там писатель Захара Прилепина, уполномоченный по правам человека по Ивановской области Андрея Кабанова и ряда других известных людей. Вот, однако, значит, ни поручительство, ни предложение внести залог на судью не повлияли, и, соответственно, она вынесла постановление о продлении сроков